вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, 1000 боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом,